Всем привет! Сегодня я готовлю блюда фаршированные гусиные шайки. У меня будут два вида фаршированных, то есть будет из картофеля с грибами и будет непосредственно с мясом. Какие нужны ингредиенты? Непосредственно уже сами шеи гусиные, 300 грамм грибов, шампиньонов, 5 картофелин, 2 головки лука, это оно пойдет для шампиньонов лука, а еще был тоже 2 штучки лука пошло на обжарку мяса, я уже его сделала, вот, и одна штучка морковки. Ну, все ингредиенты я оставлю внизу, что надо. Ну, предварительно я уже почистила шеи. Я их отварила, кожу, вот их уже тоже очистила. Вот, обобрала мясо. Я его поджарила с луком и с морковкой. Это будет одни. Ну, не знаю, сколько получится. 1-2 штучки зафарширую. И сейчас поставлю варить картофель и буду жарить шампиньоны. Режем грибочки меленькими кусочками. Так, я уже дорезаю последний грибочек. Сейчас буду обжаривать на подсолнечном, немножко подсолнечного масла на сковородку. Так, и буду резать лучок. О, еще один. Еще один не увидела. Так. Так. Сейчас буду нарезать тоже мелкими кусочками лучок. И тоже буду добавлять шампиньоны. О, картошка кипит. У меня уже грибы жарятся, я добавляю лучок. Так. Картофель варится. Так, и сейчас я займусь шеями. Я их с одной стороны, вот сейчас я вам покажу, с одной стороны я их сейчас зашью ниткой. А с другой пускай будут, пока буду фаршировать. Итак, я уже шеи один конец я их зашила и буду сначала фаршировать мясом. И с луком, и с морковкой.
Так, картошка уже остыла, и я сейчас с картошкой все остальные три шайки зафарширую. У меня еще немножко осталось картофель, на этом мы сидим. А сейчас я зашью. Итак, я уже их зашила. Сейчас буду улаживать у рукав и ставить в духовку. Духовку примерно на 180 градусов. Ну, буду смотреть по готовности. Так, и буду до готовности. Так, я уже вытягла из духовки. Оно уже полностью остынет. Порежу на кусочки и покажу, как оно выглядит. Я уже нарезала на кусочки, все оформила. Вот такое блюдо получилось. Всем приятного аппетита! Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока!